На основании решения городского собрания городское управление разработало и утвердило исходное задание детальной планировки отрезка Таллинского шоссе и прилегающих территорий в границах города. Детальная планировка инициирована несколько ранее, в 2011 году, решением городского собрания. Почему исходное задание утверждено только сейчас? Дело в том, что Таллинское шоссе является достаточно сложным сооружением, и за эти два года были предварительно проведены большие работы по исследованию, анализа движения на Таллинском шоссе, так и выполнены предварительные эскизы различных решений, потому что такое сооружение примыкает к землям, много перекрестков, много развязок, много примыкающих соседних земель, землепользования, и детальная планировка решает как технические вопросы, так и вопросы землепользования с соседними прилегающими территорией. За нами как раз находится один из сложнейших участков города Силамяя, перекресток железной дороги и Таллинского шоссе. Кроме того, здесь примыкает к этому участку много таких территорий, как садоводческое товарищество «Спутник». Далее там у нас территория Каубабас бывшая. Здесь же у нас находится товарищество, садоводческие товарищества «Дружба» и другие землепользователи. В частности, по противоправному отчуждению здесь даже есть владелица участка, которая живет в Швеции. И при таком интенсивном движении различных пешеходов, автомобилей и так далее, требует какого-то железных дорог и так далее, требует неординарного, неоднозначного решения. Поэтому проработан в настоящее время уже в эскизном варианте двухуровневая развязка между Таллинским шоссе и железной дорогой. Хочется подчеркнуть вот следующую мысль. Дело в том, что международная трасса Таллин-Нарва, Таллин-Санкт-Петербург, проходит вплотную к городу Силамяя. И на этом отрезке она выполняет как бы двойную функцию. С одной стороны, это междугородная трасса со своим скоростным режимом, а с другой стороны, выполняет функцию городской улицы, так как к ней примыкают все перекрестки города Силамяя. И вот здесь как раз возникает то противоречие, связанное с безопасностью движения, как совместить городскую улицу и международную трассу. Поэтому такие решения должны быть выработаны, и они уже начаты вырабатываться в детальной планировке. Совместить увеличение скоростного режима как международной трассы, так и обеспечить безопасность движения для жителей города. Владимир Иванович, мы сейчас поговорили о двухуровневом пути на железнодорожном переезде. А сейчас мы с вами проедем вот на перекресток нашей главной улицы, улицы Михаила Румянцева. Владимир Иванович, а сейчас мы находимся на перекрестке улицы Михаила Румянцева, тот перекресток, который крайне оживлен, тем более садоводы вот переходят здесь и подвергают опасности и себя, так скажем, и водителей. Здесь частенько бывают аварии. Что же предусмотрено вот исходным заданием, касаемо вот этого перекрестка? Ну, не только исходным заданием, но уже предварительными проработками здесь предусмотрен одноуровневый перекресток и подземные переходы, возможность подземных переходов. Дело в том, что здесь перекресток уже менее сложный, чем с железнодорожным пересечением шоссе, но, значит, интенсивность движения здесь сохраняется очень плотной. Поэтому здесь предусматриваются дополнительные полосы торможения, разгона и различные другие мероприятия для того, чтобы этот перекресток был более безопасным. Один из сложнейших перекрестков города Силамяя. Сложный по своей интенсивности движения, по разнообразию движения в различных направлениях. Здесь расположена автостанция, автозаправочная станция. Сюда прибывает много международных и междугородних автобусов. Это, по сути дела, главные ворота в город на улицу Кеск.
И все это вместе, так сказать, сегодня не обеспечивает того должного, так сказать, той безопасности, которой должен служить этот перекресток. Поэтому детальная планировка будет охватывать этот перекресток, и будут приниматься какие-то решения, связанные с уменьшением безопасности. Вы посмотрите, основные карьеры, когда-то работающие, идет направление движения в их сторону. Садоводческие товарищества «Ромашка». Кроме Нарвского направления, сюда приезжает очень много автобусов «Синемяя», «Вайвара» и так далее. Далее две автозаправочные станции с двух сторон. Это центр города, это пустырь, который планируется ранее. Все это действительно должно и требовать решения, принятия каких-то планировочных решений. Уже предварительно рассмотрены два варианта развязки. Это кольцевая развязка с круговым движением, которая перекрывает и останавливает движение по Таллинскому шоссе, но одновременно создает вот эту самую развязку. Также второй вариант развязки в одном уровне, но с более вытянутым кольцевым движением в сторону вдоль Таллинского шоссе. За нами жилая часть микрорайона. Этот участок характерен тем, что застройка примыкает очень плотно к Таллинскому шоссе. В связи с этим здесь очень много стихийных выездов и въездов на территорию жилых кварталов, что в свою очередь, конечно, мешает движению и скоростному режиму по Таллинскому шоссе. Поэтому заданием предусматривает создание параллельно объединяющей неширокой дороги, которая могла бы разгрузить эту часть шоссе от начала города, от улицы Геологическая и до самой автостанции. Тем самым люди, которые живут, и автомобили, которые направляются в жилую часть, они не будут находиться и не будут двигаться по самому шоссе. Они будут, и тогда количество перекрестков значительно уменьшится, останутся только 2 или 3 перекрестка. Традиционная информация для жителей нашего города о вопросах, рассмотренных городским управлением. Образованы 3 избирательных участка в преддверии выборов октябрьских. Участки будут у нас находиться в спортивном комплексе, в гимназии и в центре культуры. Дополнительную информацию мы предоставим в ближайшее время о том, каким образом будут проходить выборы, какие условия, кто может кандидировать, кто может принять участие в голосовании и так далее. Решено организовать конкурс госпоставки по строительству скейт-парка. Скейт-парк будет у нас на том же месте, где и нынешний скейт-парк. И срок выполнения работ до 31 мая 2014 года. Решено организовать конкурс госпоставки по ремонту внутридворовых дорог в промежутке улиц Ранна и Калда. Речь идет о районе, где расположена швейная фабрика «Кодума». На улицу Гагарина 7, Чкалова 25, Кеск 45 и бульвар Виру 37/3. Также заключен договор подряда на строительные работы по реновации ливневой канализации и восстановлении дорожного покрытия в районе домов номер 7 по бульвару Виру, на перекрестке улиц Академика Ивана Павлова и бульвара Виру. И срок окончания этих работ 25 октября. Решено выдать разрешение на реновацию пищеблока и столовой школы Каннука. Также выделены денежные средства из городского бюджета школе Каннука и в Аналиновской школе на приобретение мебели, в музыкальной школе на ремонт помещения на втором этаже, спорткомплексу «Калев» на ремонт легкоатлетического манежа. Данные работы будут в ближайшее время уже выполнены. Также выделены деньги 7-квартирным товариществам на поддержку ремонтных работ. В данном случае речь идет о благоустройстве дворовых территорий. На так называемой деревянной лестнице, также ее в народе называют зеленой лестницей, появится пандус по просьбе молодых мам, у которых есть необходимость поднимать свои детские коляски.
Следующий вопрос. Городским управлением принято решение о заключении договора с муниципалитетом Кохтла-Ярви о продлении договора до конца этого года, договор финансирования автобусного маршрута номер 31 Силамяя, Сиргова, Вивиконт. По многочисленным просьбам горожан городским управлением организован бесплатный прием профессионального юриста. Консультантом по юридическим вопросам будет юрист Юрий Поль. Предполагается осуществлять этот прием дважды в месяц, и первый прием состоится уже в следующую среду, 18 сентября, с 18 до 20.00 в помещении спортивного комплекса «Калев». Если более точно, то консультирование будет проходить в конференц-зале, который находится на втором этаже. Также по этому вопросу можно обращаться и в городское управление, секретарю канцелярии Галине Кротовой по телефону 25 700. В третий раз в Силамяе прошел международный фестиваль любительских театров под общим названием «Любители ли вы?», организованный Силамяйским театром «Другое небо» и поддержанный городским собранием, городским управлением, частными фирмами. В фестивале приняли участие театральные коллективы Украины и России, Литвы и Латвии, Эстонии и Чехии. Открывали и приветствовали участников фестиваля председатель городского собрания Инна Назарова, мэр города Елена Коршунова. Ведущие представили членов жюри, известных в театральных кругах людей. Режиссер театра «Угола» Як Аллик, актер русского театра Эстонии Александр Окунев, ответственный секретарь российского отделения АИТА, завкабинетом любительских театров Союза театральных деятелей России госпожа Алла Зорин, которая, в свою очередь, передала от имени Союза театральных деятелей благодарственные письма за подписью председателя Союза Александра Калягина руководству города за помощь и поддержку в организации фестиваля. Открывал 4-дневный театральный марафон спектакль Силамяевского театра «Другое небо. День варенья». В главных ролях Алексей Беляев, Наталья и Алексей Борисовы. Сын, и поцелуй в лоб свою мать. Мамуля. Ну, а теперь поцелуй меня, сынок. Папуля. Как возможность приехать сюда? Это же так опасно. Он мне будет рассказывать о войнах и опасностях. Да для меня это так, пустяки. О, не будем далеко ходить за примерами. Ну, не сам, сколько раз я выпрыгивал из трамвая на ходу. Сынок, ну мы подумали, что тебе вот все это наскучило. И решили тебя проведать. Отпраздновать твой день рождения. Силамяйский музей, выставочный зал открывают новый сезон. Закончилось лето. Начинается новый сезон работы в музее. В основном это будут три направления, которые уже давно, совершенно давно действуют в нашем музее. Это первое. История города и края. Здесь новые поступления, новые факты, которые появились у нас за это время, за последний год. Это учебные часы с детьми и их родителями, которые мы будем продолжать уже второй год. И, конечно, выставки художников, которые посвящены либо нашему городу, либо творчеству детей, и на которых обязательно мы отбираем работы в художественный фонд нашего города. Что еще хочется сказать, так это
обязательное теперь уже изготовление каталогов. В этом году будет 4-й каталог нашего музея. Это связано с тем, что уже 4-й год мы делаем выставки из фондов музея. В этом году это будет выставка бытовых предметов последнего столетия. До этого были у нас фондовские выставки утюгов, как вы помните, рукоделия. И очень интересные каталоги, которые оказываются полезными не только нам, хотя это рабочая книга, рабочий инструмент. Но многие посетители очень интересуются этими каталогами и с удовольствием берут их себе на память. То есть то, чем должен жить музей, что же мы имеем. И в этом году будет каталог бытовых предметов, которых сегодня в наличии у нас на выставке в комнате «Хуторской быт» 210 предметов, но очень много еще на нашем складе, в наших запасниках. То есть будет перечислено все наши музейные экспонаты, но в данном случае обязательно все экспонаты, которые находятся на выставке. И вот как раз в эти дни мы открываем выставку детских работ Ахтменской художественной школы. Это лучшие работы учеников художественной школы за последние годы. Это не дипломные работы этого года. Это, еще раз повторю, лучшие работы, которые художественная школа Ахтме с удовольствием нам предоставила. Поэтому работы будут очень полезны как для юных художников, так и для их родителей, взрослых гостей нашего музея. Мгновенная реакция, стальные мышцы, умение постоять за себя, родных, друзей, наконец, благородство – все это дает бокс. Одна из самых популярных секций в городе под руководством мастера спорта СССР Николая Бобкова вновь открыла свои двери. Ну, с сентября месяца возобновил работу спортивный клуб «Иваева Атлетикс». Ну и секция бокса «Иваева» тоже приступила к своей работе. Вот мы сейчас, погода хорошая, тренируемся. У нас тренировка сегодня проходит на стадионе. Готовимся. У нас соревнования сейчас будут скоро. В октябре месяце, 12-13 октября, будет 12-й по счету чемпионат города открытый. Ну вот, ребята, которые сзади, за мной, они... Миша, давай сюда, быстрее. Николай Петрович, Миша опоздал, да. Он получит наказание, лишний круг вокруг стадиона. Кого же вы ждете в вашей секции? Всех желающих, и больших, и маленьких, и высоких, и низеньких. В общем, всех, кто немножко любит, уважает такой вид спорта, как бокс, пожалуйста, приходите. Потому что и для себя кто-то будет соревноваться из ребят молодых и постарше. Кто-то для себя ходит тоже в таких возрастах. Есть ребята и постарше тоже приходили, интересовались. Так что для любого человека, кто интересуется этим видом спорта, пожалуйста, приходите. Где и когда работает ваша секция? Ну, секция работает 5 раз в неделю, 3 раза в так называемом желтом здании. Это, значит, понедельник, среда, пятница, начало в 18:00. А во вторник, четверг в 19:00 в манеж. Но в теплое время, вот мы сейчас сегодня занимаемся на стадионе. Сегодня у нас вторник, и занятия у нас... на открытом воздухе. Сейчас ребята бассейн делают, а потом разомнемся, немножко поиграем в футбол. И потом специально физическая подготовка. СФП, так называемая. Изменяющееся законодательство, внесение дополнений требует от предпринимателей постоянной учебы. В городе проводятся курсы и инфодни. Также в Силамяе проходят курсы для начинающих предпринимателей. Фонд содействия развитию предпринимательства ЯС, а также Ида-Вирумовский центр предпринимательства ИВЕК совместно с Высшей школой предпринимательства Майнер в Эстонии организуют в Силамяе курс начинающего предпринимателя. Основными темами обучения будут основы предпринимательства, определение бизнес-идеи, составление бизнес-плана, финансовое планирование, продукт-маркетинг и другие темы.
Обучение проводят опытные преподаватели из высшей школы Майнер. И в ходе обучения также будет подготавливаться бизнес-план для вашего будущего бизнес-проекта. Обучение будет проходить 24, 25, 27 сентября, а также 1, 3, 8 и 11 октября этого года. В силами продолжительность курса 56 академических часов. Если вы заинтересованы, плата за участие составит 37 евро, которая пойдет только на погашение кофе-пауз. Однако остальное все спонсирование будет проходить из фондов поддержки предпринимательства. Если вы заинтересованы, то до 20 сентября необходимо подать заявление об участии, и дополнительную информацию вы можете найти на интернет-сайте www.ivec.ee. Приглашаем принять всех желающих принять участие из Нарвы, Ихви, Коклоярви, а также в первую очередь из Силамяи, чтобы реализовать свою бизнес-идею. Ну а эта информация будет полезна для людей, потерявших работу. Отдел развития Силамяйского городского управления организует в Центре культуры 30 сентября в 13 часов дня инфодень для безработных под названием «Работа Силамяя 2013». В ходе инфодня будет рассматриваться такие темы, как чем занять себя, если нет работы, какие изменения вступили в последнее время в страховой кассе по безработице, как можно повысить свою квалификацию и получить дополнительное обучение. Также как можно открыть свое дело, составить бизнес-план и реализовать свою собственную идею. В ходе инфодня представители страховой кассы по безработице расскажут о всех своих изменениях, также проконсультируют и подробно расскажут, как вести собеседование, как правильно составить CV, как правильно кандидировать на работу и где можно найти предложение о работе. Центр предпринимательства ИВЕК, представитель его, приедет и расскажет о составлении бизнес-плана, насколько это трудно, где найти дополнительное финансирование для своего бизнес-проекта. А также предварительно действующие предприниматели, которые уже получали какую-либо поддержку, расскажут о том, насколько сложно это или легко, и как удался их бизнес. Приглашаем всех желающих безработных и не только, и силами, и близлежащих городов на этот инфодень 30 сентября в 13 часов дня в Доме культуры.